Добрый день. Здравствуйте. Ну и так, приближается к завершению наш турнир. Очень, скажу так, интересный. И каждая игра была реально на высоком уровне. Да, и, конечно, наши гости из Москвы вчера преподнесли очень хороший сюрприз. Порушили некоторые планы других, наверное, команд. Хотелось бы понять, как понравилось у нас, какие ощущения, может быть, в пару словах. Ну, прежде всего, хотелось поблагодарить вас за приглашение, потому что турнир действительно содержательный. Для нас подготовка к сезону – это один из этапов подготовки к сезону, очень важная часть подготовки. Команда пока выглядит не очень стабильно, чего, в общем-то, показали результаты игр. Но, в общем и целом, турниром мы очень довольны, турнир очень содержательный. Еще хотелось отметить важность того, что вы чествуете ветеранов. Безусловно, это, на мой взгляд, очень важно и правильно делать. Не везде, к сожалению, есть такие традиции. Ну и, наверное, хотелось бы поблагодарить вас за такие содержательные игры, так как сталкиваются три, на мой взгляд, интересных, очень разных школы. Школа прибалтийская, сербы, Балканы. Ну и будем надеяться, что мы можем, россияне, становиться где-то рядом, играть с такими странами, где высокая культура баскетбола. Хотелось бы также, может быть, спросить вопрос, наверное, многих зрителей, которые тут были, интересует, что привело к тому, что вчера поменяли стратегию, да, играли все время man-to-man, как бы в защите, и против сербов решили играть в зону, что, как очевидно, сербы не ждали, и привело к результату, очень, как скажем, драматическому финалу игры, когда получился овертайм. Вы вырвались вперед на 3 очка, они забросили. Очень важный для них момент, да, получился овертайм. Что привело, какие размышления переключиться в защите? Ну, мы готовимся к играм, в общем-то, наверное, как и все тренеры. И у нас только с этого сезона разрешили правила зоны, использование зоны. Я как тренер анализировал, скаутировал предыдущие игры соперника. Видел, что где-то пока физически мы не готовы всю игру играть с ними man-to-man и сдерживать их прорывы, и сдерживать их проходы внутрь. Я думаю, что, видимо, в первую очередь вот эти мысли, да, в общем-то. Но я думаю, что для них это был сюрприз, для них это был сюрприз. И в первую очередь на это и был расчет сделан. Фактор неожиданности, так сказать. Да, и как бы хотелось, может быть, какой-то предфинальный прогноз услышать. И игра с Мажикей в подгруппе была не самая удачная, да. И вообще неблагодарное дело заниматься прогнозами. Я очень надеюсь, что ребята после 2 дней по 2 игры смогут найти в себе силы держать концентрацию, собрать волю в кулак и в финале выглядеть достойно. Со своей стороны хочу сказать, что команда из столь небольшого города, как Мажикей, выглядит совершенно заслуженно, находится в финале, выглядит очень достойно, демонстрирует свободный, раскованный баскетбол. И опытный тренер, хорошо сбалансированный состав, есть несколько лидеров, члены сборной Литвы и общая часть игроков таких хороших, трудолюбивых парней, которые четко знают, что они делают. В моем понимании, это очень достойная команда. Хороший соперник по финалу. Спасибо большое. С нами был Иван Кучеров.